The orcs slaughtered my people, and their demon magics consumed our world. Баунти Хантер, Гондор. Гондор – Дриней, который часто призывается ради его превосходных навыков. Немногое известно о его прошлом, но его возможности просто потрясающие. Некоторые полагают, что он учился у клана ниндзя, в то время как другие говорят, что он был рожден с этими удивительными способностями. Он в состоянии бросить сюрикен с невероятной точностью и может свалить любого противника двумя быстрыми лезвиями. Его проворство не может бросить вызов ни один герой, и его хитрость является доступной только немногим. В этой войне он интересуется только деньгами и обещанной наградой. Опа. Успею БКБ нажать? Успеваю. Аншот, ван килл. Всем здарова, дорогие друзья! Сегодня у нас гайд на Баунти Хантера, а это значит, что сегодня будет очень интересно. Сегодня мы узнаем, как у него работает ТОС, как у него работает жена, да? Ага. Как работает Виндолг и, конечно же, что такое тречок, и как его правильно кидать, и что с ним делать. Аж камера потерялась, я стал нечетким пацаном, когда начал зачитывать этот прекрасный трек. Поехали! Так, значит, так у нас. Что-то у нас первая способность ТОС, да? Так, друзья, первая способность на нашем персонаже — это сюрикен ТОС. Сюрикен ТОС — это у нас такая способность таргетная, мы ее прокачиваем. Смотрите, хоткей у нас Т, и у нее есть очень маленькая дальность применения, но очень большой урон, который в зависимости от уровня прокачки в данный момент, допустим, 2, 3, 4 или 5, а 5 тут нету, имеет у нас определенное количество дэмэджа, ну и при этом еще разные монокосты. В общем, смотрите, все очень просто. Дальность применения этой способности 400 единиц, почти надо в упор подойти, чтобы закинуть. Давайте применим. Смотрите, подбегает и кидает такой тосик, идет микростан. Это очень важно. Этот микростан помогает сбивать ТПшки. И далее смотрим по уровням прокачки. 150, 225, 300, 375 урон. 375 урона до учета резистов будет наноситься оппоненту, по которому, так сказать, попадет этот сюрикен Тосович. В общем, смотрите. КД 10 секунд и монокосты такие. 120, 130, 140 маны. И 150, конечно же, на ласт левеле. Очень-очень-очень приемлемые монокосты. Так как у нас эта таргетная способность, естественно, она блочится линками, и избегать ее, в принципе, легко с помощью даггера. Ничего тут нету такого сверхъестественного. Но и с взаимодействием с треком у нас тут будет одна приколюха, что тосы будут у нас вот так вот скакать, в зависимости от того, на ком будет трек висеть. Но это мы будем уже обозревать на ультимейте. Так, в принципе, способность очень простенькая, такая хара с нюк, которая позволяет очень хорошо прогангать или, в принципе, очень хорошо прохарасить. Друзья, более тут нечего рассказывать, это магический урон на БКБшных, он не работает, ну и в линку также забивается. В принципе, все, поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это женада. Как говорится, покажи жену, ща покажу. Смотрите, хоткей у нас Джей. Прокачиваем данную способность, и первое, на что стоит обратить внимание, это визуальный эффект, который сигнализирует нам о том, что наша способность заряжена и готова вносить импакт. Смотрите, наносим атаку, так сказать, нашему оппоненту, на него разместился дебаф, и он был немного замедлен, и на нем была кровь. Такой эффект визуальный. И, конечно же, у нас руки уже не светятся. Ребят, это у нас пассивка, и эта пассивка имеет кулдаун. При этом, эта у нас пассивка, она улучшается в зависимости от уровня прокачки. Смотрите, все очень просто. На первом уровне у нас КД будет 12, на втором 10, на третьем 8, а на четвертом 6. И, конечно же, у нас будет улучшаться крит. 1.5, 1.75, 2.0 и 2.25 будет крит на нашем персонаже. Если мы, конечно же, докачаем эту способность. Плюс еще, тут у нас есть такая приколюха, размещение вот этого дебафа. Этот дебаф у нас накладывается на 3 секунды на оппонента. То есть, если у нас КД 6 и замедление 3 секунды, то всего 3 секунды будет персонаж у нас находиться под, так сказать, стандартным
пробегом, но не под замедлением. Да, но это уже мои тараканы, ребят. То есть, понимаете, да, КД у нас 6 секунд, а замедление 3. Это значит 3 секунды как будто кулдаун. То есть, постоянно можно держать замедление. Но это не точно. В общем, смотрите. Применение. Далее. Какие у нас есть еще плюшки? 3 секунды размещения дебафа. Что этот дебаф у нас делает? Он снимает скорость атаки и снимает скорость передвижения на 25%. Это очень-очень круто. И что ж у нас тут самое такое прикольное? Ну, конечно же, вот этот эффект, когда мы атакуем, и такая кровь, и сверху нарисован крит. Реально, это прикольно. Так как это пассивка, естественно, она может быть отключена Сильверейджем. Ну и, в принципе, тут об этой способности нечего рассказывать. Это такой крит, который имеет свой колдаун. При этом, когда вы атакуете, вы еще и замедлите оппонента. Ну и, конечно же, не забывайте по уровням прокачки о том, что эта способность 10, там сколько, 12, 8, 6 секунд будет кдшиться. Но это мне способность нравится, потому что позволяет очень хорошо вносить импакт. То есть, допустим, если у вас есть какой-то артефакт, позволяющий увеличивать ваш дэмэдж, то можно очень хорошо, так сказать, со спины там или куда-нибудь там где-нибудь как крыса прыгнуть и, конечно же, цвиркнуть. И все, и оппонент у нас упал. Этот дебаф, который накладывается на оппонента, его очень легко развеять, просто там обычный юл, там манта и прочие всякие развеяния, там диффуза, это очень-очень-очень легко развеется, и наш оппонент не будет замедлен. Ну и в принципе все по этой способности, ребят, поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Windwalk. Windwalk дает нам статус крысы, и мы заходим в инвиз и можем перемещаться во время драки, будучи находясь невидимыми. Как это будет происходить, я вам сейчас покажу. В общем, смотрите, прокачали данную способность, Hotkey W, нажимаем и побежали. Во-первых, что нужно знать, это мы сейчас невидимые. Во-вторых, мы имеем статус фейзов, то есть мы можем проходить через наших оппонентов. И в-третьих, у нас есть свое время нахождения в этом виндволке. В зависимости от уровня прокачки, это время становится больше. Ну и, конечно же, есть у нас тут еще одна плюшка. Заходим еще раз в инвиз, перебафываем, так как у нас инвиз уже кончался, мы его можем перебафать. Смотрите, атакуем. У нас красным это крит и оранжевым это бэкстеп, который тут обусловлен. В зависимости от уровня прокачки, смотрите, он разный. На первом уровне 30 бэкстеба и длительность 20 секунд. На втором левеле 60 бэкстеба и 25 секунд длительности. На третьем 90 бэкстеба и 30 секунд длительности инвиза. И на четвертом 120 бэкстеб дэмэджа и 35 секунд длительности данной способности. При этом КД у нас 15 и монокост 50 маны. В общем, надеюсь, вы поняли, как это работает. Заходим в инвиз и, конечно же, вот так вот, допустим, атакуем и наносим урона немного больше. Есть тут еще одна приколюха по поводу этого инвиза, друзья. У нас тут есть fight time. Fight time — это время входа в невидимость. То есть на первом уровне прокачки наша способность будет требовать 1 секунду для того, чтобы зайти в инвиз. То есть когда мы нажимаем кнопочку, наш персонаж еще 1 секунду видим, а потом становится невидимым. И в зависимости от уровня прокачки, в общем, эта способность так улучшается. На первом уровне у нас fight time составляет 1 секунду, на втором 0.75, на третьем 0.5 и на четвертом 0.25 секунд будет требовать данная способность во входа в инвиз. То есть, ну, чтобы вы не думали, когда вот вас, допустим, бьют, вы такие инвиз нажимаете, а что ты меня в инвиз ударил, типа, это нечестно, ты что, рак? Вот, и, короче, такие, а потом почитали гайд Азеза, смотрите, ага, там, короче, fight time есть, вот и все. Все, в принципе, простенько по данной способности. Заходите в инвиз, побежали, пробежали, дали бэкстеба, изнасиловали Войда и, так сказать, сказали: Войд, давай, до свидания, я пошел. В общем, вот такая вот у нас способность. Не забывайте про fight time, которое я вам рассказал, то есть время входа в инвиз, оно разное. На четвертом уровне прокачки оно офигенное, 0.25 секунд, то есть моментально заходим в инвиз, бэкстеп красочный, целых 120 дэмэджа бонусных дополнительно. И, конечно же, 35 секунд длительности инвиза и КД 15. Это реально круто, друзья. Поехали уже на самую интересную способность. Это трек. Сейчас будем слушать реальное музло. Итак, друзья, теперь самое интересное, что у нас есть на данном персонаже. Это, конечно же, трек. Друзья, данную способность я разобью на несколько моментов. И чтобы вам было более понятно, будем разбирать сначала первый, потом второй, потом третий и другие моменты, которые у нас есть с этим ультимейтом. Потому что тут много нюансов, и ничего забыть и писать одним
целым треком. Я не хочу, чтобы для вас что-то упустить. Камера, не теряйся, я ведь четкий пацан, стараюсь для ребят четко объяснять. Смотрите, стараюсь для ребят четко объяснять. Настя, же треки на меня подействовали. В общем, смотрите, данная способность у нас имеет несколько применений. Первое применение, о котором мы сейчас будем говорить, это Vision. Поехали. Смотрите. Хоткей у нас R, прокачали данную способность. Дальность применения этой способности 1200 единиц. Закидываем на оппонента. Оппонент у нас получил дебаф, и мы его видим сейчас. Этот оппонент, если будет пытаться уходить куда-то от нас, в туман войны, мы его будем видеть. При этом еще смотрите, что у нас есть. Этого оппонента мы видим даже в инвизе, если он заходит в инвиз. То есть нам эта способность дает True Sight. Это первый момент, о котором нам нужно знать при накидывании трека. Поехали ко второму моменту. Второй момент. При том, когда находится у нас оппонент под этим треком в радиусе 900 единиц, наши союзники и мы сами будем получать вот такой вот статус положительный, который будет давать нам бонус МС. При этом этот статус будет работать не только на нас самих, но и на крипов и, конечно же, на персонажей, которые мы там могли призвать. И, конечно же, это очень круто. В радиусе 900 единиц мы будем получать 20% movement speed для того, чтобы догнать эту цель, ну или убежать от этой цели. Тут зависит от того, как вы пользуетесь этой способностью. Это очень интересно и очень круто. В общем, это вот второй момент, который я хотел вам рассказать. Поехали на третий. Друзья, касаемо третьего момента на нашем персонаже, это, конечно же, момент с распределением золота. Смотрите, когда мы накидываем на оппонента вот эту метку, то у нас идет такая тема. Если оппонент умирает, то в радиусе 900 единиц наши союзники получат бонус золота. Ну а для нас, конечно же, нету разницы радиуса вот этого. Мы можем стоять на базе, и если трек накинут на персонажа, который умирает, мы получим золото все равно. Но для союзников обязательным условием является то, что союзник должен находиться в радиусе 900 единиц. В общем, смотрите, как это работает. На первом уровне мы получим 200 бонус золота, если оппонент умрет. Это именно мы, Bounty Hunter, получим. А если союзник будет в радиусе 900 единиц, то он получит 40 золота со смерти этого оппонента, на котором висел трек. На втором левеле 275,80 и на третьем 350 золота мы получим на Bounty Hunter, если оппонент умрет. А союзники, если находились во время смерти оппонента в АОЕшке, получат 120 золота. Это очень-очень важно. То есть, как это работает? Смотрите, мы накинули трек. Если мы находимся в АОЕшке 900 единиц, вот конкретно мой союзник здесь находится, если этот оппонент сейчас умрет, то наш союзник получит золото в зависимости от уровня прокачки. То есть на первом уровне получит он 40 бонус золота со смерти этого оппонента. Ну а Bounty Hunter, конечно же, независимо от расстояния, все равно получит за эту смерть 200 золота, так как способность первого уровня. Это вот такие вот небольшие нюансики. Очень интересно. При этом это золото можно будет проверить вот так вот СТ-шкой. То есть 600 золота, вот у нас это баунти, которое мы, так сказать, с накиданных треков получили. Причем это баунти считается со всех героев. Ну и в принципе, тут также можно поговорить по КД-шкам. КД-шка 4 секунды, монокост 50 и длительность одного трека 30 секунд. То есть мы накинули вот так вот, и он будет висеть, палить 30 секунд. При этом КД 4 секунды. Очень-очень прикольно. Что ж, и давайте поговорим о других нюансах, которые у нас тут еще есть. Я вам сейчас также поведаю очень интересные моменты. Итак, друзья, следующие нюансы, которые у нас есть, это нюансы с тем, что трек можно развеивать и что трек у нас может показывать количество золота в нашем оппоненте. То есть, смотрите, мы накидываем на Горзерка, так сказать, наш трек, и, конечно же, вот тут мы сможем видеть его золото, золото оппонента. Но так как это соло-лобби, тут, естественно, эта фишка не работает. Но в игре это вы можете спокойно проверить и посмотреть. Далее, смотрите, как у нас развеивается трек. Трек у нас может быть развеян Еулом, Мантой, там, допустим, Диффузом мы можем развеять. И что у нас еще есть тут на данной способности? Смотрите, эта способность у нас закидывается через линку. При этом она, линка у нас сбивается, и, так сказать, трек накидывается на оппонента. То есть, если вы думаете, что вы соберете линку для того, чтобы избежать трека, то у вас, к сожалению, ничего не получится. Ну и самое, наверное, интересное, что у нас тут есть, это, конечно же, та тема, о которой я вам говорил еще на
видосе, так сказать. Смотрите, мы сейчас расставим наших оппонентов вот так вот. И, конечно же, радиус отскока у нас 1200 единиц. У нас вот так вот Сюрикен Тосович будет скакать. Это очень прикольно. Причем, вы видели, он скаканул по линке и сбил и трек еще. Смотрите, как прикольно сработала, какая интересная механика. Закидываем Сюрикен Тосович в... О, она, получается, не сбил, а закончилась данная способность. Очень прикольно. Смотрите, как работает эта фишка с отскоками Сюрикена. Каждый персонаж, который, так сказать, подвержен действию трека, может быть подвержен отскоку вот этого Тосика. Причем отскочить может, допустим, как я делаю. Я вижу, если я не достаю, ведь радиус применения 400 единиц, я могу кинуть в крипа, вот конкретно вот это крип. Мы в него закидываем, и Тосик у нас полетел. Во второй доте он два раза отскакивает, а тут, конечно же, по разику. И этот Тосик на расстоянии 1200 единиц может отскочить в любую цель. Это очень прикольно. То есть вот так закинули, и то, смотрите, как далеко летит. Это реально круто. Вот это такой тоже нюансик с, так сказать, треком. Ну и что ж, в общем, в принципе, я вроде все рассказал. Через линку кидается, имеет статус, так сказать, добавление movement speed, дает золото. Отскакивают у нас сюрикентосы, отскакивают очень банально. 1200 единиц просто, расстояние отскока, закидываете, и Тосик полетел. Сложности никаких нету. Вопрос я уже вижу по мипа. А если на всех мипа мы накидаем трек, мы получим золото? Да, вы получите золото за каждого мипа, если вы на каждого мипа накидаете. Да, то есть абуз голды вот такой вот есть. Далее, что нам нужно было еще знать? В принципе, по кдшке монокосты и по уровням прокачки мы тоже, в принципе, все знаем. Знаем о том, что если трек накинут у нас на оппонента, то мы видим его золото, если нажмем на него. Смотрите, вот на этом видно, да? 1200. У меня вот 3400, а на этом видно, видите? Вот сейчас вот видно. А на тех не видно было. В общем, вот такая вот тема, друзья. Ну и, конечно же, позволяет видеть невидимых. Герой очень прост, друзья. Попробуем собрать его магическим, но, не забывайте, что у меня очень много видосиков есть уже, этот видосик уже выйдет после того, как выйдет видосик по вторым догонам, на первый и второй догоны я оставлю ссылки в описании, ребят, обязательно посмотрите, как БХ можно собрать в магию, и, конечно же, соберу на гайде его опять-таки в магию и соберу в урон через рапиры. Это будет очень прикольно. Будем, так сказать, покажи жену делать. Друзья, в общем, надеюсь, этот гайд вам понравится. Вроде ничего не упустил по данному персонажу. И вам этот гайд очень понравится. И надеюсь, хотя бы лайков, ну, в дефолте лайки у меня 350-400, больше лайков не ставят. Надеюсь, этот гайд хоть, ну, лайков 500, ну, то и наберет, в принципе. Ну, и так просмотр по просмотрам тоже, чтобы вам было интересно. Герой ведь специфичный, крыса, так сказать, и о треке, я думаю, вам что-то, да, по-любому новое и узналось, друзья. В общем, все, поехали смотреть геймплей, ребят, томить не буду. Поехали. Так, ну что, друзья, начинается у нас игра. Берем Баунти Хантера. Скорее всего, будем роумить. Посмотрим, не знаю, что у нас тут будет выходить. Либо в керри, либо в роум. Как-то будем душить. Гоу сразу орбу. Будем тупо роумить в этой катке. Не будем фармить, наверное. Если что, потом денежка будет, уйдем в какой-нибудь роум. Посмотрим, как у нас тут катка будет складываться. Берем инвизик и пошли. Поехала. Так. Тини бары, как обычно, боже, ничего не меняется абсолютно. Тини бары. Все не меняется. Сларка еще пятый слот, пусть пикнет. У нас ДК слабый, знаю точно. Играл с этим чуваком. А все остальное хз. Ну, скорее всего, тут луз, у нас керри нету, да, придется в керри собирать. Посмотрим, как будет выходить все. Тини там. Тини там, не тини. Чалька. ДК, что там, солринги, наверное, какие-нибудь. Да, солринг. Нифига себе, 7 хп регена, да? Урса. О, Урс хз. Ну, посмотрим, как будет выходить. Если там не овер задрот и будем фаниться, выигрывать, возьмем рапирки, будем душить. Но тут, скорее всего, будет такое, обоссывальне в нашу сторону, так сказать, нас обоссут. Я пойду хардлайн. Пробую что-нибудь подушить. Так, смотрим, уже 10 секундочка. Нажимаем винволк, проходим, чекаем. Что у нас тут есть, кто у нас тут есть. У нас тут, походу, никого нету. Руну хочется забрать на фастовый сапог. И пойдем дальше. Я на сапог.
чтобы роумить. Имею тебе отдам. Встретил В. ДК Керри, но там Керри слабоватый будет, надо будет в Керри тут выходить. Посмотрим, пойдем Лину на миду задрачивать на третьем левеле. Желательно, блин, вообще на четвертом это делать, потому что... Чтобы прокачан второй был, первый был пушечный. Тогда 100% фраги. О, сапожка. Сапожок. На минус Зевс сразу. На твоем месте спамил бы. Но я его замедляю, чтобы Урса его не убил. Сапожка. Нормально, помог. Зевсу так бы смерть Зевсу была бы. Орбов Веном все-таки сделала свое дело. Орбов Веном, найс вещь. Братан, ну ты умрешь, если ты опять подойдешь сейчас тут. Да, он сразу на меня перетригивается. Перетригеривается. Понимает, что он тут сильный на линии Урса. Все, давайте возьмем второй. Если Урса будет бычить. Но он на втором левеле будет бычить очень сильно. Хочу бэкстебом его кормить. Все, второй левел, сейчас будет второй, побежал. Может даже первый вкачает. Да, второй натягивается, смотрите. Ага, я понял. Вот там еще кнопочка будет какая-нибудь. Ману продадим. Сапом взять. Хорош. Ну, пришлось ману продать. Чтобы купить сапог фастовый. Задушить. Урса. Урса агрессивный очень. Ну, он тут такая линия, что сказать. Такая линия. О, барыш. Что за фит конторы? Хорош. 30 маны. Так это ж хорошо. Для меня это классно. Ну, давайте, если получится фейзы выфармить, вообще будет классно. Фейзы подниму. Ну, на самом деле, бара это очень страшно. Когда начнется эта беготня, это очень будет страшно. Даст и до свидания. Так, четвертый левел, надо к лине сходить. Жаль, чуть на фазы не хватает. Чуть-чуть. Лину с фазами. Прям хорошо было бы. Ладно, танго продать, да? Чуть-чуть остается. Пара. Так, гоу. Фейзы есть, надо пойти на Лину. Все, побежали. Лину. Шаманом убьем, если он просто даст сетку. О, да даже так, соло. Задушили. Нали на топчик. Аккуратно подроумливаем, ребят. Да, нормально. Виз. Кини на топе. Можно Киника убить. Или можно Лину еще раз убить. Давайте Лину еще раз попробуем. Сейчас она тпхнется уже. Можно будет еще раз попробовать вторую на виз. Она топ ушла, да? Она на топ ушла. Выложи. Хорошо. Лина на топе, Урса на низу. Его на низ. Отличненько. И купили. Так подроумливаем всю линию. Все линии.
Ля, там вон опять загуливает под тэшку. Но я бегу. Не хватит на тос, да, если зайду в инвиз. 170 надо попробовать. Так вот. Ля, Зевс добьет, да. Обида, 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 обида. Ладно, го на базу. Го на базу. Как сказать, играем в роли четверки. Попробуем выиграть в четверке. Али на мид. Возьмем до вардика. Давайте вот так сделаем. Два дефолтных варда возьмем. Постараемся подроумить пацанам нормально. Но в керри тут надо выходить. Тут по любе надо выходить в керри. Не по-другому никак. Скорее всего, бар убежит уже, да? Бар уже бежит, скорее всего. Интересно, у Лины там в центре есть или нет? Мне бы шестой. Да, вот меня бы сейчас на топ, но я хожу совсем другой линии. Я совсем другой линии хожу. Эй, я убью. Я нету вардов тут, по-моему. Нет, есть, ката повернулась только что на меня. В центре стоят. Да. Свиданица. А я сейчас тут типа выйду. Ну, надо вот сюда бежать. Impossible VS бары это называется. Но я не буду там сидеть. Наверное, надо левел пропать. Шестой. А постоянно файты, блин, я такие тайминги ловлю. Файты там, где я нахожусь. Дайте шестой мне, пожалуйста. Шестой левел, я пошел. Господи. Тупая игра какая-то. Ура! Наконец-то. Погнали. Вот с кем побегать-то? Соло там убивают всех. Давай мне, бро. Пошел. Этого кусочка. Лакомого. Лакомого. Бэкстеп. Трек. Тос. О, Урса. Урсу, Урсу, Урсу. Бро. На него кнопки даже жать не буду. Успеваю. Хорошо. Хорошо. О. Лини даю. Я так хотел ее застилить. Дасты, ну будет разбег, будет очень плохо. Ман есть. Оп. Че, не будем забирать, да? Оп. Как тебе нравятся эти фрукты? 80 ман, хорошо. О, Линочка. Это прокаст в лицо. Да, что за бёрсты такие? Не хватает. Ладно, что у нас там по айтемам? Давайте посмотрим. Что докупить можно на роумеле. Аквилу возьмем. Аквилу возьмем. И что у нас? Еще что-нибудь в жирочек какой-нибудь? Аквилу, да, блин. У нее там есть мана, бро, ты же сейчас умрешь. Просто слейв будет.
шаман ничего не сделал. А, змеи четко. Молодец. Аквилка, ВТ вот так вот сделал. И, наверное, ВМС будем уходить, возьмем Яшу. Чтобы убегать это понятно. Просто. Подфармим тут, сейчас пойдем роуминг дальше. Вообще, линку надо тут сделать. Тут первый артефакт это линка, чтобы меня не доставали. Гоу линку делать. Вообще пофиг. Линку делать, вообще пофиг. Вообще пофиг, линка. Ну, не совсем керри артефакт, но вариантов у меня нет. Я хочу жить в этой катке. И душить. Жить и душить. Всех. И Лину, и Урсу. Да отстань от меня, ля ты крыса. Ля ты крыса. Да, еще одно стой. Молодец. О, господи, не душите. Не душите. Не душите. Я у мамы душитель. Сколько маны? 98? Боже. Серьезно? Хорош. Да дай пройти. Да боже. Что это за игра? Что это за игра? Этого пацана Гоу он заслужил. Даже барочка. Господи. Боже. Что это такое? Что за игра, ребят? Что за игра? Где хелпа? Чего тут один бегает? Гоу, там пуч. Эх. А где пудж? Извините. Ну, как обычно, я пуджа найду. Где-нибудь он вот тут же стоит. И сдохну. Да бред вообще. А, он обошел под таборами. Го его. Го. Жесть, что за беготня вообще? И никого нету. По шпе. То есть, ну, сделать какие-то мувы определенные по фану. Там. Вытащить каточку. О, некому, нету там. Кто там трипл килл? А, Тини. Ля, ну вот это как обычно. Тини кто-то берет и начинается вот это извращенство. Хорош. Тини кто-то берет и начинается извращенство. Берем Whitestone. Пойдем на топ. Шамана душит, да? Трек накидываем. И буду линой. Хорошо. Тини куба трек еще кинул. Тини в аркану пошел. Тини в аркану. Будем душить, гоу. Стан дай! Ой, рак. Ой, рак, стан не дает. Да, я сейчас сдох. Как же слаб. Да, какой токсичный лоу-скильный игрок на 10 слоте, это жесть просто. Токсичный лоу-скильный игрок, жесть просто. 1-7-1 и... ну вообще, опасно. Не люблю таких игроков. Добежал то, что на меня, я там выживаю, мне пофиг на него вообще. Могли Урсу сразу забрать и отойти. Криса. Ливай, напишем просто ему. И все. Слабенький ДК у нас. Ну, это наш керри, если что, чтобы вы понимали. 1-7.
играет. Понимаю. О, игрок 0-0 хочет нас покинуть. Ну, давайте, хоть так. Да, потные, что-то сегодня потные игры. Я играю третью игру, первая игра вообще в нолину обоссали, вообще неинтересно. Вторая игра такая же, как эта. Также опять вначале что-то овнишь, потом начинаются вот эти какие-то демеджи, вот эти фастовые, все, и сассируем просто. И все, так все игры. И луз. Дисбаланс просто. Вот такие вот ДК заходят, 20 ПТС и проигрывают. Ставь РЛ, говорят они. Я ставил РЛ, 4К тут должно быть. 4К игра. Ура, ДК стан дал. Молодец. Наконец-то. Умничка. Не промахнулся станом. Жаль, ТП-шек нету. Я всегда где-то брожу. Там, где я не должен быть вообще, в принципе. Жесть, что за дисбаланс? Всегда брожу непонятно где. Лина ушла у хапова. Лину хочу убить. Там бэкстеп стан. Даже без этого. Хорош. Хорош. Так пойдет. Гоу, курсу. Го-го-го, душите. Ну душите. Ну чё вы боитесь? Почему я на БХ с 900 хп должен первый бежать? Даст и жми. Молодец. Финику сбили. Да, я отхожу. Давай. Дальше. Только не меня. Так, вон настоящий вара. Опа. Смотри, мы тебя видим. Хорош. Мужчина. Вот так вот и душим. Сейчас Линочку поехали. Задушено. Ну так и работаем. Несмотря на такого ДК, шансы выиграть всегда есть. Есть вот такая кнопочка. Хорошо, let's go. Главное, Лину там убили, и хорошо. Плохо, что без трека, но она могла закайтить и улом, там потом бара прибегает. Овер сложно было бы все это. О, тут Лина. Вон она. Возможно. Не, нету варма. Байтит, что ли? Бара прибежит, не хочу попадаться на вишек. Юл отдала, все отлично. Наш клиент. Хорош. Опа, ЦГГ. Станов нету, да? Нет, только не в меня. А все в меня нажали. Два ульта в меня. Два ульта. Шаманы были змеи? Не было змей. Плохо. Ну, Бара уже бежал на меня, значит тут в центре стоят. Либо он бежал с руны. С руны ждал. Я прям сейчас куплю мут и возьму на Айкапит, чтобы это бесовщину эту мутить. Я вот не потрачу, не пожалею, ребят, капсов. Покупаем банчата. 30 мутов получить. Все, купил муты. Захожу в игру. Слэш мути. 10. Просто в игре покупаю муту. Оф, рот. И играй. Все, вот так вот. Поехали, почти линка есть. Продать эту штуку. Пуш с тайгером. А пофиг вообще. С чем он там? Линку сейчас сделаем. Все, найс. Реконнектит, он уже там шнуры дергает. Я ему мут дал, он там вот так вот сидит. Ну слабоват парень, что сказать. Так, Урса до сих пор не хочет идти Рошана бить. Да я вот этого не понимаю, просто это жесть какая-то. Так, Линка, первый артефакт, который мы тут должны были сделать, мы его сделали. Лина. Слабовато. Можно вот так вот делать теперь. Теперь игра наша 100%. Линку сделал. Пацана в таверну отправил. Че, гоу бара там? Смотрите, что армлет купил.
Так а сыт боится выйти, дать стана, дай ты стан, Зевс поддержит, бля, ты крыса. Взял форму, нажал, чтобы лесочек поколотить. Осуждаю. Форму нажал, чтобы поколотить лесочек. Ладно, берем ТП-шечку. Аккуратненько ждем драки. Аккуратненько ждем драки. Вот тавр. Шаман дагер. Молодец. Но только ПТ не понимаю зачем. Танчить я не очень хочу. Пусть парни танчат. Треки буду раскидывать и по драке мансовать. Так, пуш на миду. Тушите. Змей надо ставить тут. Оп, поставили. Вот такую вот тему. Опа. Нету, нету, бро, нету. Вот теперь есть. Хорошо. Лучше. Плохо, лучше. Лагает, говорит. Все кнопки идеально нажал, лагает, он говорит. А тут пуш в кустах. В этом проблема. Ну, этого без права на разбан надо душить. А этого я уж не догоню. 522 МС. Стань. Таки он забрал, да? Вот, блин, почему так, мана? Чё соберем? Год и золь, наверное. Или башер. Вообще, башер отлично зашел. Год и золь, башер. Подождем. Башер. Вообще, БКБ тут надо. БКБ смело и поехала. Хорошая руна. БКБ смело. Дэмэдж дальше. Там рапиры такие жестко. Чтобы пацаны знали место свое. Как надо дышать. Ой, Линочка сработала. Это что там на меня? Бара чарш нажал. Ну ничего страшного. Каев. Каев. Надо вардит. Огрик, если бы подвардил, было бы хорошо. Огрик, го вардит. Души его. Ля, сейчас душить нас будут. Я умер. Утро кидал, души. Просто. Молодцы. Четыре героя, они просто в роуме, я не знаю. А, варда нету, да? Печалька. Варда нету. Кто варды скупил? Дайте я буду ставить передвижение соперников. Не видны. Вообще просто вардов нет. Он 4 варда носит просто и все. Сейчас соберемся, дадим шапалахов. Да хз, такая игра, а там вот почему-то тут шарят, что нужно делать. А у нас не шарят, у нас ДК 2-8, который стоит, леса охраняет, чтобы их не украли. Выйди просто, вот здесь форму нажми, купи фейзы вместо ПТ. Выйди, нажми фейзы. И души. Господи, придется стик в помойку продавать, чтобы вардить пацанам. Это жестко. Да, это жестко, ребят. Это жесткая игра, не знаю, как вы любите. Обоссывали. Против тиников, против бар, как обычно. У меня все гайды против тини и против бар. Это нормально. Это называется нормально. Других героев не существует. Только тини бар. Вот этого пацана Саега убить, почему бы нет. Пацаны решили отойти и пофукашить. Пока Баунти Хантер драку не начнет, никто не начнет. Ладно, дай бог здоровья. Не будем ничего наговаривать. Команда. Команда старается. Цены молодцы. Иди сюда, сладкая. Дайте только трек кинуть.
кайтил. Плохо. Дай трек кинуть. Ай, свеженький. Побежали. Мы можем. Стой. Вот трек я кину. Нормально. Трек я кину. Вон 3к золота появилось сразу же. Пацаны ошиблись сразу 3к золота. На. Алину бы что-нибудь. Так бы сразу ее, чтобы убивать. Так, БКБ говорите, да? БКБ. БКБ говорите, да? Далее, что после БКБ? Правильно, рапира. Для пущего эффекта. Чтобы Лина не уходила. Дальше рапиру буду. Вообще петливая. ТПшки нет, жалко. Жалко, ТПшки нет. Это смерть, под треком. Не получится, да? Жалко. Хотя бы БХ. Это он, пацан, успеет трек? Не, хотя бы это. Не дает. ТПхнулся просто так. Дайте мне мои айтемы. Печально, не дают треки кидать. Треки кидать не дают. Два дефолтных варда стоит, этого достаточно для того, чтобы пытаться вытаскивать игру как. Хорошо. Можно Рошана чекать next. Вообще надо в лес пробежаться. К Лине. 90 урона. Хватат. Пацан будет ощущать тычки по пол лица. Но я хочу сделать рэпир. Рэпир, it's good. Через рапиру будем играть. О, на дагер слила. На дагер слила, на без дагера. Хорош. У меня линка. Хорошо. Ходим. О, там ГГ. Там ГГ. Слишком много. Там даже Блэкинг Бар не поможет. Про, иду. Прифраг, про. Ля, поздно. Го-го-го, мы должны помочь. Трек пока не раскидываем, но трек вот этом трек дает. Ля, без трека убили. Да что это такое? Что за юз БКБ? Как он, блин, вот это вот вообще как работает? Я не понимаю. Ладно, я профейлил, окей. ХЗ. ХЗ. Какие моменты. Ладничка. Чё там по вардам? Уф, вот это что-то закосячная какая-то игра, жесть. Тини влетает, кнопку в меня нажал. Ничего, трек там на том упал. Не стал перебафывать, бафнул в Тини. Жесть. Неправильно как-то. Как-то жестко. Хорошо. Кто здесь вард? По ферму, так сказать. Так, ну что, кто у нас ТПшится на низ будет? Лина, наверное, какая-нибудь. Давайте почекаем. Тут постоим. Оранжевый это у нас Крокус. Зевс его видел уже. А он задиспелил, да, плохо. Вот теперь накидываем. Ждем, когда упадет ульт.
Бэкстебаем. Тычка. Тос. До свидания. Бара бежит. Бара. Бара бежит уже. Интересно, на кого? Ну, явно не на меня. Надо тут уходить, потому что сейчас будет бобо. Можно прочекать аккуратно, у меня есть БКБ. Нету там дастов. Дастов нету. Кинуть трек не дает. Я забыл, что на меня. Ну вообще, я эффектов не слышу. Я обычно почему играю со звуком? Чтобы не тратить лишнее время на то, чтобы прочекивать статус. Ты слушаешь просто звуки. Поэтому у меня хорошие наушники. Типа, ну, это такой лайфхак небольшой. И я не слышу звука, я не чекаю статус. И типа, получается так, что там накинули кнопочку на меня. На трек тебе. Таверну, пожалуйста, бара. Что она бегает лево-вправо, как это? Машечки, дайте ему силы, здоровья, баратру. На ему ГГ. Огур, сейчас next прыжок. Ля, отпускаем, да? Ясно. Отпускаем, пацана. Плохо. Так, ну что ж, на руну ставим вардик. Один гоу еще. Три варда есть. Можно душить. Душить, ищем. Кстати, чек. Хорош. Что он ДК выфармливает? 6 на 8 уже отыгрывает. Че, командой душим? Командно выигрываем. В чем проблема? Че по СТ, кстати? СТ должно быть 1007. Да, плохой СТ. 8800 на 28 минуте. Ну, тут игра, видите, она такая. Мы вроде и сосем, мы вроде и даем. Так что тут это нормально. Хоть какой-то бонус есть, и то хорошо. Никак некоторые берут и вообще, то есть... Ничего не дают. Ни трек, вообще ни хрена. А, на меня вы заметили, вара ни разу не чаржится уже. Линка купил. Баратрумчик, до свидания. Улса нарошу зашел. О, там сейчас драка будет. Кто-то подвизит. Гоу его. Зифраг вообще. Просто разорвано. Сам я не пойду сам. Сейчас рапира будешь. Да, игра серьезная, но я буду играть через рапиру, мне плевать. Игра серьезная, но я буду играть через рапиру здесь. Через две, возможно, даже. Погнали. Ой-ой-ой, огур. Огур 3, качай пулза. Жесть, ты что? Шо как рак. Жесть, третий не качай. Третий, как можно третий не качать? Так, ну что, ждем на огра атаку. Главное, чтоб не в пятером. Ждем. Угу. Идет кто-то. Один нас даст. Печалька. Вот сейчас пятером будут на огра выходить, 100%. Да почему ты так мансуешь, алло? Что с тобой? Да, неужели знаешь, что я тут? То есть, отойти надо. Пара побежала еще. ДК, я со спины буду. Блин, какой-то души. Дай ударю. Да, надо бежать. Надо бежать, пацаны. Я прибежал.
Не знаю, что там рапира. Все, отдаст. Нормально будет. Ля, это что под треком? Сетку ему... Не сетку их с этого. Он с руки его убьет просто. Ля, кончил. Второй! Два. Вот поздно. Боже, что с вами, ребят? Так он встал. Он исчез. Зевс. I'm here, man. Да, ну тупая ситуация, я так и знал, что так сейчас будет. Что побежит вся толпа на одного огра, и я один останусь. Ничего, я буду через рапиру. Так, у меня, кстати, 1400. Яшу манту сделаем. Все. По идее, должна работать. Я ж владелец, по идее. 10 секунд. Главное, чтобы ДК не забрал. Вот ДК. На базе. Не на базе. Все. Не выкладывается. Тогда сливать надо. Все, понял. Найс, механика. Обычно, когда союзник подбирает, она не работает. А тут союзник подобрал, она работает. Вот этого я не понимаю, почему. Ладно, окей, плейм дальше. Так уж и быть. Так уж и быть. Найс. Шаман с рапирой. Вот почему, ребят... Почему так вот сейчас получилось, что мой союзник забрал рапиру, и он, то есть она у него работает. Но вот этого я не понимаю немного, объясните. То есть обычно, если союзник подбирает рапиру, но это, видимо, из-за того, что там драка какая-то была, что типа в драке он забрал рапиру, она поэтому работает, он может ее выложить. Типа вот это неправильно. По мне так. Это может слить игру. Если честно. Вообще смарт. Плохие змеи. Так, линию даю. Лучше. Сладенький. Ля, вы достали уже. Меня постоянно дастами светят. Ну тут вард стоит. 100%. Сейчас бы шаман с рапиркой бегал. Классика жанра. Обожаю эту доту. За бред конченый. Хорошо, яшка есть. Сейчас уже слили. Рошу, го. Знаю, вот сюда поставим, там на так есть. Что ты меня именно бьешь, бей ДК, ты ёбан. Лайпать не надо топ. Хорошо. Яшка идет. Го душить. Ля, потная игра, но переворачивается. Я уже чувствую, что мы уже переворачиваем эту игру. Яшка сейчас прилетит. Дальше рапиру заберу с шамана. Вот это странно, если честно, механика. А все варду поснимали. С нечем цеплять. Огор только может зацепить. Хорош, пропалил, пацана. Змей сейчас поставим.
спайки на теника раскидываю. Оп, повесил. Да, меня душат. БКБшку нажимаю. Я забежал просто бесстрашный. Я человек бесстрашности. Просто забежал. Миша. Хорош. И не даю. Давай, 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 давай. Хорошо. Отлично. Так, ОБ. Гем забрал, да, отлично. Town is under attack. Blood for blood. How can this bold one help? I will do. Я с рапирой, это крапира моя же, ё-моё, её надо. О, вот, кстати, варстая. I will try. My strength is yours. Осуждаю. I will do what I can. Так, 4200. I will try. Яшку сделал, но яшка тут такое, можно что-то серьезнее делать. Можно взять дрывала, яшку продать нахрен. Еще одну рапиру буду делать. Окей. Как говорится, еще одна рапира не помешает. ДК идет, он ей лицо сломает просто с руки. Все. Гем надо на базе выложить. Я так чувствую, шаман умрет где-нибудь соло от Тини, нужно будет с Тини выбивать эту рапиру. Жестко. Классно. Надо не драться, ждать, пока шаман убьет. Хорошо. Я уже зарегенился почти. Бегаю. Так, гоу. В этот где-нибудь гем сбросим. Спрячем. Пойдет. Пойдет. Так. В кармане 5к. Что можно еще сделать? Не знаю, можно кирасу сделать. Что сатаник можно сделать? Можно скади вообще сделать. Скади это вгрызание будет. Вгрызание, кусание за ноги. Гоу скади сделаем. Скади, рапира. Да, это жестко будет выглядеть. Скади, рапира. Жестко выглядит. Сейчас скади, а еги скончается, будет рапира. Скади ждем. Скади моя. Скади. Ага, 100 золота на скади не хватает. Как дайгер, только скади. 30 золота и скади. Дайте куру. Скади. Летит. Скади дай. Охо-хо, дубли дамаги. Ля, я всю игру бегаю без рапиры. Убейте шамана, ля. Шо, 2к хп. Убейте шамана. Хэштег убей шамана. Убей шамана. Убей шамана. Короля всех шаманов. Убейте его уже. Я буду рядом бегать, поджидать рапиру просто свою. Запарил. Чему мы по низу идем? Надо мид Т2 идти. Т2 надо. Т2 надо. Два надо. Алло. Убить шамана. Хук. Оп. Бля, там БКБ все понажимал. А вот это он пацану дам кнопку.
Шаман, иди дерись. Шаман, иди дерись с руки. Ты чё? Хочу рапиру забрать и убежать. Дай трек кинуть. Успел? Успел. Плюс 350. Убейте шамана, пожалуйста. Хэштег убить шамана. Ля, ну это что такое? Чё за говно? Да почему? Где рапира? Алло, кто забрал ее? Куда? Кто? Ля, говно какое, да? Все сразу туда так. Вот шаман просто, вот мудачина. Просто мудачина, а не шаман. Рили. Зачем мне умирать? У меня рапира, я дамажу, говорит. Ой, дебил, говорю. Кто-то рапиру забрал, кто-то, по-моему, урсу забрал. Молодец. Урсы, да? Молодец, шаман. Теперь рапира у урсы. И что? И ничего, молодец. Они быстро падают. Боже, что за трэш? Го вместе. Мид запушили. Хорошо. Зев рефреш нажал. Алина, походу, закайтила. Урса теперь рапира. Скади, не, нет дэмэджа со скади. Скади это просто жир. Толку нету. Таст нажимает, просвечит, я не знаю. Че нажимать уже нет смысла, че нажимать, трек раскинул, убегать пытаться. Че не поможет. Так, ладно. Всю игру шаман бегал с рапирой, в итоге отдал оппонента. Молодец. Как я учил. Нужно было, чтобы он просто умер. И все, пацан. Умер от крипов. Я забрал рапиру и пошли ломать. Все. О. Вот этого пацана сначала. Да дай ему вот этого пацана, дам трек. Стой. Хорошо, слайд. На бару жалко. Трека не кинул. ХП много. Стат много, а толку нету. Чё там, урса? Давай рапиру мне мою обратно. Так, спирит брейкер, байбек. Асогур молодец, работает. Три смены. Это Нурса. Задушим его. Меня тут нет, если что. А вот он и я появился. Меня тут нет, а вот он и я появился. Опа, Лина. О, трачок даю. Иди сюда, сладенькая. Да, ну будем душить ее. Окей, будем душить вот это. Задушим. Рапира моя. И награда. Дай бэкстебну. И дает. Хорошо. Есть в центре? Есть в центре. Работаем. А у меня нету этого. Не, рано, бро, рано. Чуть позже бы нажал. У меня БКБ когда 10 секунд. Он сейчас нападет, тюнит на него. Нормально. Так, ну что, надо делать прыжочки с рапирой. Тут не такая катка, тут не такие дауны, чтобы прям можно было прям шотать с рапирой оппонентов. И все, то есть, ну, хз. Тут такая более потная катка. С интересами. Шаманы иллюзии. Must be done. Что манту сделать? Манту не хотел я делать. Go, сделаем, пофиг. Пригодится даст и снимать даст. Там лотар нажал, побежал.
Пофиг. Всегда импровизирую. Когда не было определенного купа Затара, первый. 24 левел. Хватит куру реюзать. Ля, реюзнули, так кура в Магаса не полетела. Кура летит. Кура лиса. Потная. Потная. Если центр есть, надо крипами прочекать. Сейчас прочекаем крипами. В центре есть. В центре нет. А я один у нас шестислотовый. Такое. Такое. Игра, не знаю, вот тогда, наверное, три буду делать катки. Вот такая средняя игра будет. Будет игра... через рапиры фановые, чтобы можно было цвиркать, просто шотать. И Magic. Ну или Magic не вставлять. Magic вы можете и так посмотреть по ссылке в описании. Вот я не знаю, честно говоря. Хз. Зевса 26 ассистов. О! Джопа. Говорит. Я всегда, если я ничего плохого не написал, вот я вот это чувство. Лина говорит. Жесть. Общий чат для всех, а не только. А не только для всех. Нормально. Общий чат для всех, но не только для всех. Не каждый может что-то там. Ор. Лина слила катку. FF, не FF. Не, я ГГ написал. Good game. Что, если он вылетает, все ГГ, то 100%. Шутка. Она кикает, пацана. Кикаем, пацана. Урсы не пошла катка. Так, что там у нас? Порочка. Кил любого, говоришь, да? И сюда. Это рэкки. Вот отсюда его увижу. Вот это дерево специально посадили, чтобы не было видно. Го по топу. Спору нет. Молодец. Игра интересная. У нас ДК 1.7-1 бегал. О, пацаны, файтятся, пошли. Пошли файтятся. Да, БКБ. Зачем? Вопрос хороший. Зачем? Это настоящий интерес? Настоящий? Нет, ты иллюзия. Сразу видно. Регены слабые. Команду сюда переставим. А, я не могу перекинуть. А, вот там все. Как по теории, как это? По типу аганим перекидываешь? Также абсолютно. Ну такое. Бэкстебнул. Центр есть? Центре нет. Не хочу на ХГ к ним заходить, там по-любе стоит что-нибудь. Его забайте. Дай бэкстебну. Ля, вот пар. О, ДК пришел. Так, мне нужно аккуратно вырезать. Что мы будем делать? Ладно. Так, пустил. ДК пришел, насунул. Расфармился. Хорошо. Киник.
Let's go. Хорошо. Ну, пока БКБ нету, типа, ну, 11 секунд, нет смысла что-то божать вообще, в принципе. Оу, ля. Настоящий. Вот этот, что ли? Да, тот настоящий. Или нет, иллюзия? Непонятно. Настоящий. Зацвиркал рапиркой. Гошардик купим. Хотя уже ГГ. 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 Да, все равно уже не удалось. Но не знаю, вот такая немного потноватая, ребят, игра. ХЗ. ХЗ, ХЗ. Ну, наверное, три каточки будет в этой катке. В этой катке, вернее, в этой игре. Такая небольшая потная вот такая игра. Потом изличная и будет магическая катка. Поэтому, друзья, поехали на экстовую катку. Так, ну что, друзья, наконец-то. Наконец-то. Поехали. Душим, душим, душим. Что у нас сегодня будет по расписанницу? По расписанницу у нас, как обычно, Bounty Hunter. Но сегодня, не знаю, или пойдем в Magic, или пойдем на три буквы. Это нам подскажут уже наши тиммейты. Которые, как обычно, наверное, Rakui. Но мы это сейчас посмотрим. А пока можно допить свою кока-колу и посидеть, почилить. Отлично. Спорим, Тини, Бара, Сларк, Найкс, Легион. Все, поехали. Фениксы, инвокеры. Гоу, у нас Bounty Hunter. Bounty Hunter. Так, ну что, мы пойдем в роум. Походу тут мэджик нужно будет делать, потому что, смотрите, тут пастовый дэмэдж на Феникса нужен. Сларк, ну как обычно. Без Сларка никак. Вообще, каждая катка Сларк, 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 Сларк. Ну вот. Ой. Ай, вообще, пофиг. Игра, наверное, четвертая или пятая против Сларка. Просто. Тянет все игры. Найс кура, ребят. Вообще дазу должен был купить. А, он в нулик. Понял. Базар в нуль. Сларк, мусор, е, тут версия, не боюсь, а бощирим. Сларк тащит на этой карте. Он метовый здесь все же. Не такой, какой на 83. На 83? Просто чем прикол, почему сравнивать? На 85 он слабее. Потому что на 85 есть герои сильнее Сларка. На 83 почти нету этих героев, ребят. Вот в этом смысл. Так что что-то такое, доброта. Вот и все. Сейчас посмотрим, или фановые рапирки пойдем, как игра пойдет, или фановый догончик. Посмотрим. Или фановые рапиры, или фановый догончик. О, найс, у меня четверка. У меня на клавиатуре четверка залипает. Я забыл переставить, у меня хилка сама нажалась. Классно. Клавиатура дорого стоит. Та, которую я хочу. Боже. Вот как так? Из-за того, что у меня клавиатура моросит. Да, у него там сентри. Сентри у пацана. Клавиатура моросит, и вот так вот получается. Да я ударю его.
братан, не дотянешься. Что такое, да, братан? А теперь можно нажимать. Хорошо. Гошакал, у меня... Да господи, когда колонного чё-то выпьешь, начинается вот это откашливание. Сорян, у меня просто... Проблемы. Слушай, что ты хочешь от меня? Ля, смотрите, что он делает на Фениксе, чувачок. Просто тычкует меня. Сейчас сапожок возьмем, будем его на месте ставить. Пацан. Вот это деревце хочу скушать. И ТПшечка. Феникс такой наглый. Я в шоке. Ля, улетел просто. Сейчас прилетит. Таверну. Сларчонок пришел. Давай, давай. Пичка. Нет, пичку не дам. Оп. Готовенко. Готовченко. О, нет, только не эти крипы. Ах, господи, я хотел обмануть систему, но не удалось. Твои крипы пошли в разнос. Крипы не вовремя здесь. Я за таймингами не слежу, последнее время что-то совсем расслабился. Ля, и крипа добить не могу. Ну, рак, короче, не буду ничего говорить. Что тут говорить? 225 это вот 170 хп примерно должно сносить способность. Пока фармим, потом ром пойдем. Это ужасно. Что этот Феникс залагал, что ли? Феникс или залагал, или отвлекся, не знаю. По тавру зашел. Заобузили, короче. Го на базу сходим. О, там же санстрайки еще будут. Старого коня, так сказать, запрести еще можно. Вспомнил я. Жесть. Выпил холодной кока-колы. Все, смерть, скажите, пацаны. Джи. У инвокера навестим. Инвокера навестим. А может четвертый левел. Изи можем. Изи можем. Жаль, что под тавером. Сейчас крипы. Подходить ближе нельзя. Пусть выйдет тогда. В душу. А, опасно. Надо сюда в кусты сейчас убежать потом. Спасибо за подписку. Спасибо, ребят, что подписываете, что смотрите видосы. Но это в офлайне, так идет, от доны работают. Но все равно спасибо каждому. От души, ребята. Спасибо за подписку. Подписываются, ребята, подписываются. Ля, инвокер просто ушел. Будто чувствует, что у него сейчас жопа тут порвется. Вот этого не понимаю. Чуйка. Чуйка 228 называется. Ля, спирит брейкер. Strength and honor. Dominating.
Интересно, сколько у меня микрофон выключенный был? Забыл выключить, забыл включить, вернее. Ну, я, короче, говорил, там, пойду на базу на ЕС, не буду ТОС тратить, если хотите роуминг, купите барабан. Я вам пересказал. Жесть. Но эту игру, скорее всего, не буду вставлять. Слишком изичная. Что такое изикатка, что такое изикатка? Вот, догончик соберу. И еще нет. Покажу. Инвиз раскачиваем. Инвиз раскачиваем. Можно Дагвон Фаста вот так вот сделать. Дальше и ульчик какой-нибудь. На регены. И душить. Это такие фановые сборочки уже. Ghost Ларка нагнетать. Хорошо, кроме визи. 180. В центре. Охо-хо. Ну и закрыл, да? По-моему, закрыл. Хорошо. Замансили, как могли. А тут ТП-шку надо юзать. ТП-шечку завязали, ушли. Что-то сегодня не везет прям на игры на Bounty Hunter. Все постоянно кто-то подходит. Кто-то ливает, кто-то не хочет играть. ГГ. Печалька. Денег у ГГ. Престолько. Вот трек дам. Он так умрет, да? Просто собираем пацанов. Больше не буду раскачивать. Инвиз будем второй раскачивать. Не вижу смысла раскачивать инвиз сейчас. Для лучшего фейт тайма, да, по кайфу. Так, гоу. Я и ул сделаю в этой карте. Вылазь. Интересно, куда он все же сюда пошел или сюда? По-моему, сюда он пошел. Ой, как же таймингово. Как же таймингово. Ну, ЕС поплатился за это. Что такое, доброта? Хорошо. Минус Т-шку делаем. Пойдет. Что там у нас? Почти есть юльчик, да? Хорошо. Отлично, кура улетела. Алхумик фармит. Гокуру с третьим и реюзним ее. Пацанам. Я куру. Если педагона. Это не мой, наверное. Хорошо. ТП-шимся килл любого. Пойдем на низ сейчас. Первым делом.
трек первый, второй. Можно будет сделать просто. Стой, извращенец. Все задиспелил. Не успел я наверное. Не умирает Сларк с фул прокаста. Все задушили, но не под треком, это жалко. Вот надо задиспелить надо. Пит конторка. Конторка. Про на базу. Срал. Вот это Сларк. Кидай. Вот юльчик пригодился. И стал я сразу кидать, рассчитал по хитпоинтам немного. Нормально. Задушено. Кто-то его, кто-то им специально фидит. Поехал. Догонился. О, привет. Привет. Перебафаем. Что-то вообще изи. Вообще изи. С ПТ-шкой, да, золото, конечно, отвратительно. Миг формирует там. Мне нужно 100 золота. 50 надо. Все, фармер. Ничего не надо. ПС. Ладно, все. Нормал, ды. Magic Bounty Hunter. ТП на базе, ля, алхимик какого, спрашали. ТП на базе, то бери, это не хочу, это хочу. Готов душить. Готов душить. Бунти Хунтер. Бунти Хунтер готов душить. Да, тени в туман войны прыгает, дает прокаст. Очень подозрительно выглядит. Смотри, за ним идет. Это походу МХ. О, щит!
Пропустите меня, божёжда. Божёжда, пропустите меня. А, у меня 100 хп осталось. Бегаю по кругу от Сострайка. Да, жужда, божёжда, отпустите меня. На базу. Жестко. 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 Обиду все собрались. Аккуратно внизу. Посмотрим, что у нас есть. А никого, наверное, внизу не будет. Арбик. Божёжда, отпустите меня. Божёжда. Так, кто тут у нас? Божёжда. Сларка убили крипы, чтобы вы понимали. Но мне золото дали. Это достаточно. Ворами стоят. Да, там и пацану. Сумочек. Бля, все, я спалился. Эх, не кинул. Еси. Let's go. Вот так вот есть кнопочка. А если у него там хитпоинтов? Хорошо. Жалко, нету больше кнопок. Единственный минус этого билда — это то, что у вас мало хитпоинтов. В принципе, прикольно, с догончика убиваешь всех. С догончика всех опаешь и все. Химик Мидас собрал. Прикольно. Прикольно. Пробежали. Попробовали в роли четверки, что ли? А я барды только не ставил. Четверка. Тут игра без камбэка, не знаю, что они тянут. Игра без камебуцков. 100%. Встанем где-нибудь тут. Аккуратненько. Хотя вот тут можно побежать незаметно. По клине. А тут уже не пробежать, тут запалишься. Нормалин. О, привет. Дай пройти.
Приколисты. Тема, да? Вард не ставится, но... Есть даггер. Эх, если бы то скинул, я бы убил его. Пока тос не кинул. Боятся выходить. Надо центр расставили. По низу. Главный трек кинуть. Остальное мелочь. Прыгать хочет. Так, что у нас получается тут? Держим в рукавицах ежовых. Маджикам. Да? Он жирный. Жесть. Как она ест. Жесть. Шкири. Шкири. Ого, шкири ест. Закер жив. Кстати. Инвокер жив. А центре, по-моему, есть. Да-да-да, Бара на меня побежал. Да, по а, сови. Стоп фит. Фивером. Это фейк. Хен это фейк. Бля, скучноватая игра, не знаю, но сейчас Октарин сделаем. И будет все пушечно. Интересно, сколько я без микрофона писал? Кого душить? Там, походу, камбудскость собрались, пацаны. А кого догонять? Ладно, трек. Трек догон. Да дай кнопку нажать. Хорошо. И дают кнопку нажать. 800 золота. Бля, золото на БХ, конечно, растет как на этих, как на грибочках.
Как на грибочках. Обрушить Пешку Баракович. Я пошел, пацаны, до побачення. Инвокер Санстрайк. Пищ. Пищ. Не хочет. Пацаны могут, кстати, камбэк. Дазл сейчас подфидит, плюс камбэк. О, Тини подфидит, плюс камбэк. Вот и все. ЦГГ. ЦГГ. 200 золота. Вон, два вдвоем сфидили. Я еще сфижу, вообще бы он пайп уже купили. Они могут камбэкнуть, это вроде игра не интересная, а с камбузкой. Игра с камбузкой. Завардятся и будут душить. Тарин сейчас сделаю. Тайгер бы еще. Тайгер бы еще. О, иншокер. Вот вот этого вот мне только фида не хватило. Еще и он лотар купил. Для Криса. Ча, гем возьму, гем. Подфидил. Вот сейчас подфидил я нормально. 24 на 0 было. Сейчас хорошо фидану. Они могут так камбуцкнуть. Тинику аганим отдал. Для Мауна. Блин, каут. Молодцы, пацаны, все равно держатся. На опыте. В доту играют, так сказать. Он Сларк что не тащит? Тащит. Вон, раз, затащил. Сейчас тут пацаны умрут. Сплэшем убьет, по идее. Отошел. Нормально. Ну, я думал, ни разу не умру, но тут это невозможно. Азло, аганим. Химик чисто аганим и тарит. Мне аганим жалко, что ничего не дает. Как Д2 давал бы, 2 отскока. То есть тык-тык-тык-тык. Там жесть сколько думаешь. Сейчас яйцо нажмет просто. Гемчик бы. Ладно, не надо, ничего не буду брать. Погнали. Must be done. Must be done. Ого-го. Да дай дать кнопку. Взорвано. Рейки главное давать. Одно убийство, море золота равно. Где ты там? Опа. Бля, я мог убить его, но не убивал почему-то. Я хотел... Блин, я думал, не уверен я был, что умрет он или нет. Не был уверен, что он умрет. О. Хорошо. Трек сразу же. Не тайминг я подобрал. Статы дает. Это понятно, что статы дает. Сейчас бахнет, ес. Мне нужна кура. Гранада. Да, там тяжело попасть сейчас как. Эх, ливерейт.
Мистик. А, у меня еще 2700 есть. Сейчас. Сколько денег? О-о-о. Бля, давно взорвали. Хорошо. Дай вот эту штуку разбить. Забайчина. Слушай, не души. Не души. Да я типа ушел. Да, или вот этот баш рили. Жестко тема. У него там пайп, мы еще пофиг. Эх, я не сбил. Киньте. О, можно добить. Или нельзя. Жесть, пойду я на базу, наверное. Если дойду, там инвокер. Если дойду. Жесткая катка. Честно, ну. Такие пацаны сопротивляются, не сдаются, но катка идет в отказную. Так, травела, значит, берем. Травела 2 сразу и дагер. Все, это наш айтем. Сейчас будем килять. Поехала. И поехала. О, дай прокин. Так, юлечек дам тебе, бро. Очищай. Оп, теперь. Да дай закинуть. Дает. Бля, я тут орудую. Орудую просто. Стопэ. Инвокера. Инвокера. Много неудобное расположение. 4-5 будет полегче закидывать. Хорошо. Магический бунти-бунтер. Дайте ему, вот закину. Поперел. Догнал. Магический бунти-кунтер. О, там Йорк-Шойкер. ЦГГ. Отстан, я не бизнесмен. Я не джентльмен. Я ушел. Отстань, я не бизнесмен. Побежали. Юльчики, ульчики, ульчик. Помогает, сэжем. Хорошо. Оу. 40 фрагов настрелять надо. Бунтихунтер. Опа. Взорвался от этого порванной цепи. Гемчик. Стопэ, офигеть, бары.
подпрыгнул, подпрыгнул. Да, это ГГ. Стеночка. О, парки. Да, еще раз что ли юзать придется? Стоп, меня не надо. Пацаны, имейте совесть. Бля, это жестко. Дай бару. Бару сочного хочу. А хватит меня толкать. Бля, промахнулся. Дай я тебя жахну. Хорошо. Магический баунти хантер. Панчинский. Инвокер, давай дефайся. Торнадо Метеор Бластович. Так, хочет дефить. Дефайте, пацаны. Бунти Хунтер. Бунти Хунтер. Ля, ты крыса. Дайте, бэкстебами буду душить. Хорошо. Давай. Если еще нету. Ля, в крипа надо было кинуть что-то. Давай драться. Кто кого? Ах ты, крыса. ГГ. Вот такая, ребят, катка магии. Я не знаю, магия, если честно, не очень заходит. Magic поприкольнее. Эта игра была не такая веселая. Но сейчас замутим еще третью игру. И что-нибудь надо с демеджем придумать, чтобы через рапирки шотать. Эта игра тоже такая фановая. Понакиляли просто и все. Это если вы хотите килять просто, ну, вот так вот игра. Это не такой, ну, можно сказать, рабочий билд. Но, опять-таки, смотрите, ссылки в описании. Есть игры, как играть такие, как мы играли с Антохой такие игры. И как мы выигрывали на догонах. Это самое важное. Вот, и как бы, ну, смотрите сами, можно догон собрать. Но догон это такая, если вы сосете, вы мало что сделаете с догонами. Если вы успеете пройти ту грань, когда вы сможете больше из догона выжать больше артефактов, тогда вы, скорее всего, выиграете, друзья. Ну, а так, самая тема, когда Баунти Хантера лучше используют, это брать в роум, брать там орбу, брать сапожок, там барабаны и поехало. Что ж, поехали некстовую. Ну что, друзья, теперь точно на вставочку нужно рапирочками. Цвирк, цвирк, цвирк. Вот так вот. Уничтожаем. Моя награда. Сейчас мы задушим. Как говорится, я здесь ради денег. Я Баунти Хантер, и я ради денег. Так, вот так, значит, да, ксишник. Ксишники. На победу. Струм снукеры. Аркадий, это ты? Я не вижу, это ты, Аркадий? Он, наверное, вот такие вот люди, как не могут, которые не могут отличить мейн от фейка. Если зайдут к тебе в комнату, вот так ты ночью спишь, такие заходят к тебе. Аркадий, это ты? И смотрят на тебя, они видят, короче, тебя. Ля, ну грязь пикают. Бары с ларки. Бары с ларки. Я уже сегодня игр 8 сыграл. Без бар и с ларков. Боже. Я в шоке. Я просто в шоке. Сейчас мы покажем пацанам, где раки зимуют. Поехали. В общем, что? О, у нас тут деревце растет, пацаны. Смотрите, деревце растет. Маленький трентик. Он двинулся. Маленький трентик рос. Ах, жесть.
Смотрите, что понапикали. Сейчас мы будем душить их. Задушим. Я через рапиры сразу говорю. Через рапиры сразу говорю. Хорошо. Let's go. Конечно. Трибомен, это же с прошлой катки, чел. Точняк, он за это же подписчик, половится постоянно за мной. Да, трубомер. В этой катке будем немного пассивненько играть. Фармить просто. Хорошо, поехал. Прогулял кто-то руну? Кто у нас на мид идет? Не знаю, кто на мид идет, пофиг. Обратно Гондор. Немо Бурт. Трубомер. Турбомент. Спорим, если я сейчас скажу гайд, они будут всю игру за мной бегать. Это же подписчики. Они любят меня. Они любят контенты ломать. Но он же бежит. На кого же бежит? На кого он еще может бежать, как не на меня? На другого кнопок нету. Кровь за кровь. Сейчас мы нафармим, короче, пацаны. В этой катке мы... Это фановая катка. Две обычные катки интересные я сыграл уже. Сейчас просто фермим. Йоу. Критулю. Критулю. Помню, какая-то карта была, когда я начинал доту играть. Была похожая карта, была похожая на доту очень сильно. Но там дико тяжело было ластхитить. Там такой разброс дэмэджа был. Там микро-микро писюлик нужно было. И карта тоже похожая на доту была. Очень похожая. Прям, ну, тоже три линии. И только единственное, там совсем другие герои, совсем другие способности были. Что-то там такое тоже было. Это было очень давно, я уже и не помню эту тему. Слушай, ну, давай, наверное, не знаю, понагнетаем, может, пацанов. Не пора ли нам показать Сларку, где раки зимуют? Сейчас начнем нагнетать его. Сларка. Я бы добил, наверное. Сейчас чуть прокачаемся. Я опять возьму фейзы, не знаю. Я даже в Magic билде фейзы беру. Быстрее передвигаешься под треками, прям вообще по кайфу. В Magic билде обязательно, конечно же, вот ссылка в описании. Смотрите, как мы играли через Tranquil, Soul Ring. Это Magic билд, тотально. Просто в той катке я не знал, через что мне нужно будет идти, еще не понимал. Но потом понял, что магия тут прокатит, потому что тут можно будет душить. А линии не будем пушить, наверное. Хорошо. Душит, да, бара там? Хорошо. Турбомер. Сларка надо бы. Возьмем орба феном фейзы. Почти фейзы есть. Это радует. Я тут фул фри вообще стою. Кайфы. БФчик тут будет. Через БФ палю Б. Палю Б через БВ, БФ. Тут фанка точка будет прям. Хорошо. Найс. Так, 1.5к есть. Хорошо. Берем и ТПшечку. Смотри, там нанизу прям овничка. Овнич нанизу какой. Ну, немного Сларка погоняю.
Я... Орбу Венома возьмем сейчас. Что, хочешь убить меня? Раз, надо слоты освобождать. Так, туск ушел. Во, берем вот эту тему. Поехала. Гангати. Секунд. О. Эх, ну я так и знал, что не хватит. Четвертый левел как. Чуть-чуть не хватило. Первый артефакт, который у нас будет, это БФ. Что ты хочешь? Интересно, Бара бежит? Нет, но если Бара бежит, то скорее всего мне ГГ, гоу на базу. Старк все так и хотел меня убить. Но если Бара бежит, то я выживаю все равно. Найс, у меня достаточное количество хитпоинтов. Так, берем в Рейсбэнд. Поехала. Даст ты есть, а если найду? Давай. Молодец. Отлично, еще аквилу подарили мне. Го роумить. Ща роумить будем. Заберем рапирки. И побегу я на море, пацаны. Эй, шестой левел ап. Жалко. Дальше БФчик. Надо роумить. Я сейчас линию эту оставлю, шестой левел ап. Ой, шестой левел ап, ну. Через фейзы вот так вот его погоняем. Седьмой левел. Блин, на низу, смотрите, какой файтинг. У меня 30 секунд еще кдшки. Прям на низ мне нужно идти. Вот самые замесы, которые я должен играть, я их сейчас прогуливаю. Рекер раскидал, побежал, убивал. Седьмой левел и погнали. Стики тут очень нужны еще. Идем сейчас. Стики есть, хорошо. Сларк. Стики летят уже, да? Да, уже стики тут. Был сейчас на низ резко. Ого-го. Эх, я трек не кинул. Если трек есть тут. Убивал вот этого пацана. Эй, Ишкири. У меня КД как раз. Ишкири, стой. Эх. Пойдет. Пойдет. Я бы забрал. О, а, Скай. Ну, со Скаем можно пободаться. Войтстоун. Скай вообще изи цель для меня. Эх вы. Оп. Хорошо. Ой-ой-ой, надо отойти. Ля, ЦГГ, больночка, Вич. Больночка, Вич. Ой, хорошая фиссура, но я, скорее всего, все равно умру. Жесть, я там на шо-доту попадаю. Души его. Я вот так вот сделаю. Хорош. Эх, не успел. Ляша за драки.
восполняем. Стой, Ивенкус, а? О, ЦГГ. Да, все, ГГ. Позиционку прогулял. Я не знаю, почему я пошел через верх. Ну, хотел, видимо, ЕСа догнать. Атаки задушили меня. Ладно, пойдет. Ну, роумим свой Battle Fury. Хорошие драки. Свежее мясо, хорошая еда. И жизнь у нас не беда, как там говорится. Найс. Хорошие драки прям. Драки хорошие. Странно, Лина почему-то не могла в тайминг дать. Ладно. Ну, все равно убивает. Нормально. Скай, молодец, четко там задушил меня. Так, выкидываем на базе. Погнали. Погнали, 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 погнали. Пацан наш. Хорошо, этот тоже. Трек, трек, трек. Не будем убивать. Марита! Продраться. А это уже страшно. Когда Баро так бежит. А даст и есть, да? Крипа зафармливаем и убиваем Баро. Отлично. Стой, Ишкирин, ты что его атакуешь? Нельзя так. Нельзя так. Стой. Знает, что бегу за ним. Ля. Активная катка. Прям фанчик. Хорошо. Так, что там, Бродсворк, Лаймор? Не хватает чуть-чуть, да? Побежали, побежали, побежали. Этого давайте, парни, толпой. Хорошо. Кину. О, хорошо. Уф. Ну, почти. Да. Ну почти. Ну чисто вы понимаете, да? Вот этот, как говорится, бизнес, ничего личного. Хорошо. Хорошо, БФчик есть. Норм, тебе помогают. Молодец. СПС и тебе. Тоже норм, помогаешь. Ору. Задаешь обычную ТБшку, заходят подписчики и начинается вот это. Ясно, как ты гайды пишешь, тебе все помогают. Прошлой катки соло душил. Никто не помогал. Душите. Го, рапиры. Но, правда, хреново будет собирать рапиру, будучи с 1000 хитпоинтами. Но мы аккуратно же, правильно? Мы же аккуратно. Вот сюда пройдем аккуратненько. Просто не надо жать, да, просто жать. Ждем. О, парни пришли. Бара бежит. Хорош. Хорош. Лагун, да. Промах. Стой.
Ребят, я как бы зашел, создал катку с подписчиками. Типа, ну, зашли все подписчики. У меня не было такого плана зайти сыграть с подписчиками. Я когда гайды пишу, я обычно пишу соло для того, чтобы привлекать новую аудиторию. Я создал хост и зашли подписчики. Типа, ну и вот как видите, вот такая катка получается. Естественно, есть недовольные люди. Типа, ля, ты типа вот так ты пишешь гайд. Ну, попались подписчиков, больше за меня подпался. Они знают, как я плею и... как бы, ну, не парятся. Ля, ЦГГ, да? Больно. Отойду. Нет, уже не отойду. В мир иной отойду, так сказать. Слишком много в меня нажалось. Паунти Хантер такой ватненький. О, ясно. Вот так вот вы мне помогаете, ясно. Всё, не будет контента. Вот так вот напишем. А то пацаны не вкуривают. Ладно. Так, Black King Barbie вообще сделать. Рапира, БКБ, до свиданницы. И хорошо. Рапира, БКБ, до свиданницы. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он, Сларкович. Кого поможете? Но надо, блин, Туску помочь. По-моему, нечем ему уже помогать. Борочка. Ты что, меня убивать собрался? Не получится. Запутаешься в трех деревьях. Ля, вот это уже читерство. Вот оно, значит, как вы помогаете, да? Вот оно, значит, как вы помогаете. Жесть. У них там варды стоят, кстати. Вот тут вот. Или не стоят. А, Сентри оп стоит. Найс. Yes, Dagger. Это хорошо. А как они боятся. Мара бежит. Трибоман. Трибухан. Как не понимаю, что за ник у него. Трибуха какая-то. И главное трек повесить. Оп, хорош. Хорош. Трибухан залагал. Или Трибомен. Как прочитать правильно? Трибучен. Трибумен. Непонятный никнейм. Травоман. Тривомен, типа, но только травоман, только тривомен. Вот это не кайф, когда вот такое вот. Неинтересно уже будет. Интересно, КСТ. Давайте сейчас рапиру пойдем. Не есть то. Жесть. Плохо, если он вылетает. Тогда минус одна цель. Плюс экспа, у них плюс золото. И будет тяжело. Не хочу его кикать. Трибумен. Шнур, наверное, дернул. Сейчас 6 часов у меня. Тогда получается на море пока сбегаю, покачаюсь, позанимаюсь. Как раз отдохну. Полежу, искупаюсь. Нормально. Странно. Очень странно, что вот такое вот получается дело, ребят. Подставил он. Вот так вот, значит, помогают, да, подписчики мне? Ребят, не воспринимайте это все как какую-то серьезную тему. Мы же фанимся. Лол, а у них там жопы начинают гореть, там вот проигрываем там или тому подобное. Ребята, это фан-катки. Или у вас прям так хоть такое рвение выиграть меня? Да хотите, блин, заходите, я специально вам посливаю. Типа, ну реально, если вам прям вот нужна галочка выиграть там стримера или... Типа, ну ребят, давайте будем, блин, честны. Кому это надо в нынешнее время? Мы же фанимся, дота для того, чтобы фаниться.
Кто как может, тот так играет, тот так и фанится. Эхо, сливай, бро. Давай. Оп. Нашли. МХ! МХ просто. Да, и вот так вот сделаю. Эх, хорош. Давай, 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 давай. Крипчику зафармли. Догоню. Я 522 МС имею. Это я на базу за рапирой. Я МХ. Смотри как. Ушу. Да если бы не вы, так бы и не игралось. Так что все молодцы. Ребята молодцы, нормально тоже. Дерутся, что-то правильно нажимают. Один войд, только 1-3-3 что-то не тащит. Но... Ничего страшного. Так, ну что, поехали. Как там, more gold is required. Опа, хорошо, первая рапира есть. Поехали. С Ларкой, наверное, соло не бэкстебну. Но кого там? Скай точно соло убью. Этого пацана гол. Сейчас, 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 иди сюда. Подожди, подожди, подожди. Ты ж ты куда? Ты ж ты куда? Вот тут уже. Он быстрый. Сейчас просто. Свиркнул пацана. Нифига. Тебе. Рапира? А ты думал? Шутки что ли? Ты думал шутки? Шутки шутить будем что ли? Мы ж профессионалы тут. О, они в кустиках там стоят. Нет, один БФ. Хватит его. А, никого нету. Никого, никто не выходит. О. Неужели тут центре ткнули? Надо эти пацаны, если стоят, они палятся дико. Палятся дико. О, really go rush. О, или... Астлурги. Металлурги. Our allies' town needs help. As fast as I can. It must be done. As fast as I can. Они на вардах. Опс. БКБшку хоть сделать. Было бы классно. Давайте сейчас БКБшку сделаем с рапирой. Выфармим что-то, БКБшку купим. Потому что там бара как-никак. Тяжко. Гон, тем более. Нельзя выдавать себя. Сюда на меня иди. На меня иди. О, там Скай еще. Ну Скай шотлит надо дать. Шот, Скай. Ладно. No way, dude. No way. Лотарный. В центре есть, вижу. Ага, один в центре ткнул. Чё в центре хочешь поставить? Ну давай. Чё один в центре хочет поставить? И наперед станем, чтоб не прыгнул. Ладно, Яматех. Яматех ставит свои купола войдовские. Потом посмотришь. Так, твой еще рапиру что ли? Нас не ловят, не убивают. Фановые контенты. Стики оставляем.
О, еще демонейдж. Через рапиру чисто пойду. Горошку. Блин, а там ЕС, еще жесть. От ЕСа не видно просто в драке, поэтому из-за него. За ЕСа. Его быстро заберем. Фанови конвенпи. Так, 2400. Чуть-чуть остается до второй. Да, сакрет. Сакрет. О, креветкус. О, сентрикус. Меня спалили только что. Стэн, забываю стэн писать. Да, это не так важно, в принципе, денежки идут. СТшка. Гоу Т2. Вторую рапирку. Фаново сделаем. Сначала. Ну, пропушим. Гоу пушить, сами выйдут. Они боятся, они не хотят видеть стерапиры. Боятся, пацаны. Вилла включим. Жесть урона у меня. Конечно. А, не надо. Больно будет, все ЕС еще поддержит. Почти слил меня, Скай. Жесть. Почти слил. Даггер бы, да? Было бы пушкой. Я бы. Отойдем. Как раз сейчас вот тут. БКБшку бы, даггер. Было бы круто. Крипы, что там сейчас резнутся? Вот этих крипов сейчас убьем, купим уже себе вторую рапиру. Бля, это жестко. 50 золота. Тут крипы, походу, не резаются, да? Let's go. Go Т2 там. Две тысячи крит. Я, мне кажется, любого ваншотну просто. Называется руки. Это называется Рики. Че, БКБ фармим, даггер, БКБ даггер. Прыгаем, шотаем. Не знаю, пацаны что-то сильно страхуются. Ждут, пока Егис упадет. А оно, в принципе, и понятно. Гоу туда. Не знаю, крипов гонять, что ли, потому что пацаны не выходят. БКБшка. Центре стоят. Скай выехал. Иди сюда. Ваншот. Раз. Иди сюда. Не дает ударить. Не дали ударить таки. Будете что делать? Нормально. Просто шотнул.
ЛТшка, парни, то поломает. Они споломают. Так бесшумно ломает, это по кайфу нравится. Бежали отсюда. А БКБ надо. О. БКБ надо. Нормально, реализовали Аегис минус одного. Могло быть и хуже. Сейчас БКБ. Да, купол хороший. А, рут еще зачем туда? ЕС там Лину, Лина ЕС убивает. ЕС там Лину или Лина ЕС убивает, непонятно. Много непонятно. Так, 2К есть. Хорошо. БКБшку надо. Сейчас БКБшку выфармим и поехали. Осторожно, что-то очень сильно. БКБ 1К и гоу. Они, видите, они засели на ХГ, боятся, что тут чё, я шотил по-страшному просто. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Сейчас могу отдать все преимущество. Фил любого, на самом деле. Кто в магаз, интересно, пойдет? В магазе встретить кого-нибудь. Было бы круто. Если хорошо. Интересно, я его шотну? 1000 урона и крит вылетит. Да, Лина спугнула его. Чисто мистер один удар меня называйте. Сек. Есть. Есть БКБ. Ждем. Вот сочный ваншотный. Скай может, кстати... Осторожничать, да, он видит меня. Барри накинул такую штуку. Скай поэтому осторожничает. Потому что там сенты. Три. Хорошо. Руфчик молодец. Потеет. Успею БКБ нажать? Успеваю. Уф. One shot, one kill. Стой! Шиш, куда ему? Бля, жестко душится. Иди сюда. Да, жесткая комбинейшн. Го, третью рапиру. Сторону сломаем и третью. Жесть, вот это, да.
Сейчас третью купим. Сейчас третью купим. БКБ есть, можно поесть. Да, зиккураты падают, как бещеные. Погнали за третьей рапиры. На меду крипчиков. Запушим. One shot, one kill. Ля, режет по-страшному, да, ребят? О, вот тут. Опс. Опс, опс. Хорошо. Хорошо. 1000 урона просто. 1000. 1000 урона. Пацаны. Ванка урона. Выходит, кто-то умирает сразу. Просто. Ваншоты. Просто страшные ваншоты. Через крипов я его вряд ли убью. Зря ты его напугал. О, в центре. Не зря. Молодец. В центре надо разбить. Yes, хорошо. Бля, 1100 урона, реализовать бы это, да? Надо вообще так пройтись руфу, чтобы задефьюзить все центры. Центр еще. Ес прыгнет. Не успел. Не успел. Одна ошибка, одна смерть. Просто ошибка, смерть. Ошибка равно смерть. Дай. Ля, я там цвиркнул. Жесть. Вот это урон, я понимаю. Ладно, пушаем. Цвиркнул просто. Ваншарт купим сейчас еще. Быстрее, ведь не дают подходить. Просто не дают. На три рапира это жестко. Прям жесткач. Жестко. Четыре рапира уже точно не пойдет. Вместо чего? Вместо БКБ не пойдет вообще. Надо БКБ держать. Есть. Так, 3600, немного не хватает. О. Опа, почти хватает. Ля, у них голая база просто. Можно. Оп. Оп, хорошо. Вот это контбент, я понимаю. 2700. Да, хоть атак спид поднялся, то рано. Цвирк. Пойду кильну. Сладко. Сейчас только высветится. Да, я иду, как крыса медленная. Опять центри тут поставили. Опять центри поставили. Ес идет. Пойду там и пойду. Ну там, наверное, сентри есть, но попытка не пытка. Пытка не пытка, сентри, если есть, то хрен с ним. Как он меня кнопки. А, ЦГГ. А, рух прогулялся. По кнопке нажать. Ладно. Три рапиры забрал. Пойдет. Ну вот такая вот ситуация, да? Вижу, что сентри, я хоть стою, тыкаю пятеркой. Батлфюриком срезать его. Но не удается. Не удается батлфюриком срезать. Вардик. Но я думаю, на этом уже катка заканчивается. Потому что уже все. Уже ГГ. Тяжело, БКБ не нажал, но уже поздно там было. Да.
Поздно было. Уже не дадут побаловаться с рапирой. Ну, такое, вроде сочные моментики были, вот внизу были моменты, по кайфу прям. Ребята, такая вот, такой вот тоже фановый геймплей специально для вас на гайде. Спасибо ребятам, подписчикам, кто участвовал тоже в этом, так сказать, контбенте. Ну и на этом все, друзья. Спасибо каждому, кто подписывается, кто ставит лайк, кто реально смотрит гайды, кому нравятся мои гайды. Некоторые гайды, конечно, не столь информативны, но все гайды будут по чуть переделываться. И, кстати, да, видосики, но стали, так сказать, уже неплохие. ГГ, ЕСГМ. Удачи всем и хорошего настроения. Все. И выходим. Давайте, парни.